Здравствуйте. Продолжаю. Влюбился Огюст Конт в Клотильду де Во. До беспамятства просто влюбился. Зрелый мужчина, скоро исполнится 50 лет, и такая вдруг страсть. А в ответ получил, как вы помните, отнюдь не интимное, а духовное и интеллектуальное общение. И еще успел я сказать, проводя параллель с Фридрихом Ницше. Ницше расстался, порвал с Саламелу. А вот Конта постигло другое. Клотильда де Во умерла. И тогда же я вспомнил о идее вечного возвращения. Это одна из идей Фридриха Ницше. Когда возвращается однажды бывшее. Возвращается снова и снова. И ведь действительно, если мы с вами оглянемся назад, посмотрим на историю, на отношения между мужчиной и женщиной у других великих людей, то будем сталкиваться снова и снова с одной и той же картиной. Ну, хотя мы говорим с вами об Огюсте Конте, ну, видите, вспомнил я Фридриха Ницше. Попробую вспомнить еще кого-нибудь. Данте Алигьери и его Беатриче. Завесой окружу свою любовь к тебе, от глаз завистливых и колких слов, подобно ты сияющей звезде, о Монна Беатриче, королева снов. Это не божественная комедия, видите, я внизу написал, откуда я взято взял. Алигьери стихи просто писал, и сонеты сочинял, Вита Нова. Так называлось это стихотворение. А могу и Петрарку вспомнить с его Лаурой. Благословляю день, минуту доли, минуты время года, месяц год, и место, и предел чудесный тот, где светлый взгляд обрек меня неволе. Это Петрарка сонет, один из сонетов, посвященных этой самой Лауре. Но, что любопытно, ни Данте, ни Петрарка, они, в общем-то, своих женщин, которым посвящали эти свои стихи, поэмы, сонеты, эти женщины даже и не догадывались о том, какую страсть они вызвали вот в этих мужчинах. Ну, ладно, вижу, забрался далеко в прошлое, надо оттуда выбираться. Но всеми своими отсылками я хотел сказать только одно. Были и есть в мире вечные, как их называют, сюжеты. Вечные, ну, потому что они без конца повторяются. Но каждый раз вот воспринимается это как нечто новое. Ну, и оглянитесь на себя самих. Я не знаю, есть ли среди вас Данте, есть ли среди вас Петрарки, но нечто похожее происходит с каждым, абсолютно с каждым. И вдруг оказывается, что то, что нам на первый взгляд кажется трагедией, вызывает к жизни вот такие вещи. А то ведь, смотрите, не написал бы Конт свою «Религию человечества», и мы бы с вами не знали, что была такая «Религия человечества». Ну, все. Остановлюсь. Я обещал сказать несколько слов о болезни Клотильды де Во. Отношения Конта с Клотильдой продолжались чуть более года. Видите, не очень долго. И поэтому я ни в коем случае не хочу сказать, что вот это все произошло, этот перелом, и он уселся писать, Конт, свой труд, именно в тот день или, скажем, через несколько дней после того, как Клотильда умерла. Это началось несколько раньше. Как я уже сказал, отношения все-таки длились какое-то время. И вот 11 октября 1845 года Клотильда де Во и Конт впервые отправились вместе послушать оперу «Лючию де ля Мермур Доницетти». Ну, видите, даже это сохранила история, какую именно оперу они отправились послушать. Но здесь любопытно другое. Они до этого ни разу не появлялись вместе на людях.
То есть, с одной стороны, вроде бы, я сказал, да, ну, нестандартные люди решились, отчаялись переступить вот тот круг каких-то установленных правил, традиций, ну, какие были в те времена. То есть, рискнули, в конце концов, появиться на людях, в театре и не посчитаться вот с общественным мнением. Но вечером после представления Клотильде стало плохо, и она начала кашлять кровью. Затем у нее начались лихорадка, мигрени, бессонница. И я уже сказал, врачи, ну, естественно, вызвали врачей, и врачи не распознали чахотку, туберкулез. Они решили, что у нее какие-то проблемы с сердцем, и назначили лечение, лекарства, естественно, выписали. И от всего этого, и от лечения, и от лекарства ей стало только хуже. И продолжало становиться хуже. И тогда Конт прислал к ней свою служанку, ну, чтобы та ухаживала за ней. А потом отчаялся до того, что предложил Клотильде переселиться к нему. Я сказал, собрались переступить некий круг, не посчитаться с общественным мнением. А тут все-таки Клотильда спасовала и отказалась. Ну как, замужняя женщина живет в доме другого мужчины, что люди скажут? Эти люди всегда что-нибудь скажут. И все-таки, значит, наступило какое-то улучшение, но оно оказалось очень и очень недолгим, и Клотильде в январе 1846 года вновь становится хуже. Тем не менее, она продолжает работу над романом, который непременно хочет увидеть опубликованным. Я уже сказал в предыдущем видео, она писательница, начинающая писательница. Но, тем не менее, вот к тому моменту, до которого мы с вами добрались, у нее стали появляться какие-то публикации, там, в журналах, в газетах. То есть, ну, какая-то слава громко звучит, но, тем не менее, какое-то признание все-таки пришло. И вот она решила написать роман, который ей, ну, невероятно хотелось закончить. Но, увы. Не суждено. Закончить этот роман она не смогла. В конце февраля ее состояние резко ухудшилось, и прописанное лечение, как я уже сказал, по-прежнему продолжало приносить только вред. Наверное, надо было поменять врача. Но Клотильда этого не сделала. И 8 марта она пишет последнее письмо Конту. Давайте запомним эту дату, 8 марта. Ну, не только потому, что это международный женский праздник. Клотильда об этом, естественно, понятия не имела. Она 8 марта написала это последнее письмо Конту. И эта дата нам потом с вами понадобится. А 5 апреля 1846 года Клотильда де Во умирает. Ну, вот видите, я на своей доске поместил фотографию бюста, памятника, который парижане установили этой женщине. Это бюст Клотильды де Во на улице ее имени в Париже. Так что, если окажетесь в Париже и разыщете там улицу Клотильды де Во, то обязательно взгляните на этот бюст. По-моему, он сделан со вкусом. Очень красивый бюст. Так вот, по словам Конта, находившегося в этот момент, то есть момент, когда умирала Клотильда, рядом с ней, с возлюбленной своей, перед смертью она пятикратно повторила: «Помните, что я страдаю незаслуженно». Что она имела в виду? Свою болезнь или несчастную жизнь супруга, который проигрался в карты и сбежал от нее, оставив кучу долгов? Или роман, который остался незаконченным. В Конта запала эта фраза. Вот видите, он в своих воспоминаниях так и напишет, что она пятикратно ее повторила. «Помните, что я страдаю незаслуженно». Не стану утверждать, что перелом в сознании Огюста Конта вот случился именно в этот момент. Как я уже сказал, общение длилось достаточно долго,
Для кого-то год – это много, для него этого было мало, но, тем не менее, все-таки это было какое-то время. И Конт переначал всю свою философию. Отчего, кстати, потом будет всячески отрекаться и будет утверждать, что ничего он на самом деле не переначал. А выводы, к которым пришел, были следствием эволюции его взглядов. Но если вы перечитаете труды Конта, написанные до его знакомства с Клотильдой и после, то, я думаю, засомневаетесь. Утверждение, на мой взгляд, достаточно спорное. Ну и все-таки давайте попробуем проследить, как все это произошло, как Конт пришел к религии человечества. И снова вспомним Ницше, которому понадобился совсем небольшой срок после разрыва с Салом и Лу, чтобы написать первую часть Заратустры. Заратустра, в которой без труда угадывается облик Салом и Лу, несмотря на то, что Заратустра вроде бы мужской образ. Но я не первый и не последний, кто это замечает, что там проглядываются черты этой женщины, которая, я сказал, очень сильно повлияла на Ницше. И вот для Конта Клотильда была чем-то тем же. То есть и ее образ, несомненно, вошел в его дальнейшее творчество. Она оказалась тем последним листом, о каком написал о Генри, и рассказ о Генри я коротенько пересказал в предыдущем видео. То есть видите, как оно все происходит. Когда в человека вдруг вселяется жажда жизни, стимул жить, когда он понимает, зачем, для чего он живет, тогда жизнь для него обретает смысл, и он побеждает смерть. И вот именно это, вот это смысл, эту жажду жизни, вот именно этим переполнился Конт вот после того, что произошло с Клотильдой. После того, как он узнал, что она страдает незаслуженно. И для него Клотильда эту смерть победила. Ну, а как она могла ее победить? Потом, когда мы станем разбирать религию человечества, нам это станет понятней. Откуда там возникнет эта линия, о памяти, какая остается в умах, в головах потомков, и как вот в этих воспоминаниях, в этой памяти усопший продолжает, собственно, жить. То есть для Конта Клотильда становится предметом поклонения. Он причисляет ее к лику святых. И именно для нее и ради нее он, собственно, и творит. Творит, создает вот эту религию человечества. Это огромный четырехтомный труд, работу над которым Конт закончит только в 1854 году. И который будет называться, ну, после всего, что я рассказал, название может показаться несколько прозаическим, но философ и называет так, как называет. «Система позитивной политики» или «Социологический трактат об основах религии человечества». И вот давайте мы и разберемся с этой религией человечества, но свой разбор этой религии я все-таки опять чуть-чуть отложу. Как отмечали современники еще при жизни Клотильды, преклонение Конта перед ней обрело, ну, какие-то гипертрофированные, болезненные формы. Ну, современникам они казались болезненными. Он это при жизни Клотильды называл ее богиней. А когда она умерла, то вот кресло, на котором она сидела во время визитов к нему, превратил в своеобразный алтарь. После смерти Дево Конт упоминал ее во всех последующих сочинениях. И упоминал всегда вот именно так, как божество, как музу и прочее. То есть живет она у Конта в его памяти, в его мироощущении. И он ежегодно пишет обращенные к ней пространные исповеди, в которых описывает события своей жизни и выражает свою любовь. Ну, все к той же Клотильде Дево.
Я уже, помните, сказал в предыдущем видео, что весь этот архив потом попадет в руки Каролины, которая через суд отсудит права на этот архив и так далее. И поэтому все эти письма, все эти исповеди, все эти любовные изъяснения, опять же, станут известны читателям широкой общественности значительно позже. А даже не после смерти, ну уж и тем более не при его жизни. Но тем не менее, что написано, то написано, и в конце концов дошло до нас, и поэтому я дальше позволю себе кое-что даже процитировать. А Конт вот ежедневно в течение нескольких часов читает посвященные ей любовные и хвалебные молитвы. То есть он вот именно молитвами это называет. А составлены эти молитвы, опять же, вот из писем Дево и стихотворений. Ну, я уже сказал, писательница, она и стихи сочиняла. И когда, значит, Конт составляет эти свои молитвы, то там он привлекает и стихи других авторов, я не случайно вам Петрарку, не случайно Данте вспоминал, привлекает стихи, вот, написанные самой Дево, ну, и свои тоже, то есть и сам он стихами грешил. Не буду сейчас тут рассуждать, о том, какие это стихи, великие, невеликие, мне тут важен сам факт, вот отношение Конта к этой женщине, а теперь уже к памяти об этой женщине. И Конт поклоняется реликвиям Дево. Ну, она ему оставила локон своих волос или как-то подарила цветы, искусственные цветы. И вот он их ставит в вазу, хранит, следит за ними. Они для него тоже превращаются в реликвию. И в итоге вот это свое преклонение он превращает в культ женственности. Одну из основ религии человечества. То есть вот без этого культа женственности просто вот эта теория, концепция религии человечества и не могла бы сложиться. Это очень и очень важный момент, на который я вот сейчас обращаю ваше внимание. Потом я стану рисовать таблицы, показывать, как это все там Конт разводит, разносит, раскладывает, но запомните, женственность будет стоять особняком. Догадываюсь, кому-то может показаться странным, что я вот настолько перебираю детали. До этого сказал, что не буду глубоко погружаться в биографию Конта, а тут вот извлекаю столько нюансов, которые, ну, кто-то может сказать, да перебираю, да лишнее это, наверное. Ну, речь-то все-таки идет у нас с вами о философии. И многим кажется, что философ, ну, надо вникать в его философию. А вот как она появилась на свет, почему она стала именно такой, какой стала, ну, это, дескать, дело второе. Ну, не знаю. Если для кого-то это так, ради бога, читайте философские трактаты и не заглядывайте глубже. А мне вот захотелось заглянуть глубже, потому что философия, которую создал Конт, при всей ее утопичности, тем не менее, это философия, которая могла родиться только при определенных обстоятельствах. Ведь задумайтесь на минуту, ну да, ну философ, но он ведь еще и человек. Он такой же человек, как вот вы, как я. И, ну, не буду, не хочу быть банальным, сказать, что ничто человеческое ему не чуждо, нет. Но просто понять философию данного человека можно только понять, узнав его именно как человека. Я именно говорю «понять», я не говорю «принять». Вы можете не принимать. И я знаю массу критиков и людей, которые ее не принимают. Более того, с огромным количеством этих критиков я готов согласиться, поскольку утопизма здесь более чем достаточно. Но, тем не менее, понять все-таки хочется, это важно, потому что эта философия повлияла на то, что потом происходило в философии. Поэтому давайте все-таки разберемся, что к чему. Исполняя свое прежнее намерение построить систему позитивной политики, Конт кладет в ее основание принцип превосходства чувства над разумом. До этого я обратил ваше внимание на женственность. Теперь, видите, хочу обратить внимание еще на одну вещь. Превосходство чувства над разумом. Чувственность должна
со все более возрастающей силой приобретать господство над созерцанием, чтобы таким образом была достигнута подлинная систематизация человеческого существования. Это слова Конта. То есть пишет это Конт, явно идя против своих прежних принципов. Опять же возникает, почему и как? Ведь он-то будет уверять, что нет, что никакого похода против своих прежних принципов не было. Но давайте еще понаблюдаем за Контом. Будучи противником абсолютной монархии, Конт приветствует революцию 1848 года и свержение короля Луи Филиппа I. Он пытается привлечь позитивные философии пролетариат. То есть видите, сколько тут противоречий. С одной стороны, противник абсолютной монархии приветствует революцию, свержение Луи Филиппа. Ну хорошо, вроде бы как бы укладывается во взгляды Конта. Но потом вы увидите, что он, приветствуя низвержение Луи Филиппа, будет приветствовать и другие вещи, которые явно войдут вот в противоречие. Или вот та же попытка привлечь пролетариат на свою сторону. И привлекает он пролетариат своеобразно. Он критикует социализм и коммунизм за их анархический характер, с его точки зрения, и за отмену иерархической структуры общества. Конт убежден, что общество должно быть построено по какой-то системе, а социализм и коммунизм, с его точки зрения, эту иерархию уничтожают. И это все становится анархизмом каким-то с его, опять же, точки зрения. Только позитивная философия, так рассуждает Конт, способна мирным путем решить противоречия между буржуазией и пролетариатом. Видите, как? Надо решать это противоречие, и Конт видит такое решение вот в своей позитивной философии. О чем, собственно, он и пишет в сочинении «Общий обзор позитивизма». Это 1848 год. Я на этот обзор еще буду ссылаться, и цитаты там будут, но сейчас двинусь дальше. А вот 8 марта 1848 года он провозгласит создание позитивистского общества. Помните, я вас просил запомнить эту дату, 8 марта. Я еще тогда обронил, что к женскому дню в данном случае это не имеет отношения. 8 марта Клотильда написала последнее письмо Конту, а он хранит всю ее переписку. Это письмо лежит перед ним, и оно последнее, после него нет ничего. И эта дата для него тоже становится священной. И, значит, Конту, его единомышленникам удается, ну, я сказал, он создает позитивистское общество, привлечь к участию в этом обществе ряд достаточно известных ученых, врачей, публицистов. Общество начинает накапливать силы, и в разные времена в нем участвуют люди, именитые люди, там, от 20 до 50 человек. Количество меняется, но, тем не менее, общество возникло, и Конт возглавляет его, все вроде бы идет своим чередом. Но отношение Конта к последователям позитивизма со временем приобретает все более авторитарный и деспотичный характер. «Я святой», – начинает думать о себе Конт, – «я владею истиной в последней инстанции». И такие мысли Конта посещают. И отсюда вот этот авторитаризм, отсюда деспотизм, если я знаю то, чего не знают другие. И я сказал до этого, да, он приветствует революцию, приветствует низвержение монарха, а вот в 1951 году поддерживает переворот, приведший к власти императора Наполеона III. То есть, непонятно, то есть какое-то нарушение логики. Но тут надо напомнить, почему я говорю нарушение логики. Ведь Конт поначалу, да, реформатор, республиканец, и вдруг приветствует императора. Логизм какой-то. А оказывается, нет.
Оказывается, Конт рассчитывал, что ему удастся убедить императора принять религию человечества и начать реформы в духе позитивной политики. То есть, видите как? То есть, вдруг оказывается, что средство начинает оправдывать цель. Если вдруг император начнет проводить в жизнь вот позицию, политику или, скажем, концепцию Конта, то хорошо, пускай будет император. Ну, я сейчас назову еще несколько вещей, несколько фактов, которые, в общем-то, ну, улыбку, наверное, даже у кого-то вызовут. Что Конт обращается, например, к российскому императору Николаю I Павловичу. Ну, естественно, лично он обратиться не мог, он письмо ему пишет. А потом идет дальше, он обращается к визирю Османской империи Мустафе Рашид-Паше. В 1855 году он пишет воззвание консерваторам, то есть это уже обращение к европейским консервативным кругам. Ну, сплошные противоречия к императору, к царю, к паше вот этому, консерваторам. А кто такие консерваторы? Это люди, которые ничего не хотят менять, которых устраивает то, что есть. А Конт, мы же говорили с вами, реформатор, республиканец, или тебе на. И, ну, тут было нетрудно предположить, нигде не встречает понимания. Николай I ему не пишет ответа, Мустафа Рашид Паша тоже ему не отвечает, и консерваторы, ну, у них свои журналы и так далее, обходят, ну, полным молчанием это обращение. То есть никто не удостоил Конта даже ответа. Ну, и тогда Конт предпринимает, ну, совсем отчаянную попытку. Он пытается найти контакт с иезуитами. Иезуитами, я с умыслом повторяю, а то кому-то могло показаться, что я оговорился. И не просто обращается к иезуитам, а предлагает переименовать их орден, орден иезуитов, в орден Игнатия Лойолы и отречься от римского папы. Ну, произнес имя Игнатия Лойолы. А кто это такой? Игнатий де Лойола, вот вам, видите, его портрет, рисунок, картина, изображающая этого человека. Это римский католический святой. Ну, святым он стал потом, его причислили к лику святых. А, в общем-то, это человек, основатель ордена иезуитов. И такое предложение – переименовать орден. Ну, видите, от иезуитов, в отличие от королей, пашей и там монархов, он, значит, ответ Конт все-таки получил. Иезуиты не занимаются политикой и не желают иметь ничего общего с лицами, отрицающими божество Иисуса Христа и призывающими к упразднению христианства. Вот такого письма удостоили иезуиты Конта. Но давайте все-таки начнем подбираться к теории, которую выстроил Конт. Я уже говорил, с 1851 по 1854 Конт работает над четырехтомным сочинением «Система позитивной политики» или «Социологический трактат об основах религии и человечества». Ну, четыре тома. И каждый том у него это связан с какой-то конкретной темой, с каким-то конкретным аспектом вот той теории, которую он выстраивает. Ну вот первый том – связь с науками как последний субъективный синтез всего научного знания. Я коротенько пишу, о чем повествуется в этом томе, чтобы у вас сложилось какое-то представление. Ну, второй том. Социальный аспект как наиболее совершенная форма организации общественной жизни человечества и моральной жизни человека. Третье. С исторической точки зрения позитивизм – высший результат религиозного развития человечества. То есть, видите, оказывается, это не развитие философской мысли, а это высший результат
религиозного развития. Но давайте не будем спешить, потому что то, что понимает Конт под религией, еще придется сказать об этом несколько слов. А вот в четвертом томе он не закончил над ним работу, поэтому тут труднее сформулировать все это, но пускай это прозвучит так, что в четвертом томе Конт представил подробное описание ритуалов и культовых особенностей религии человечества, а также предложил описание совершенного человеческого общества, устроенного целиком в соответствии с позитивистскими принципами. Повторюсь, работу над этим томом он не закончил, и поэтому там есть прогалы, прорехи, есть вещи, которые как-то между собой не очень стыкуются, и очень возможно, если бы Конт довел свою работу до конца, это бы выглядело несколько иначе, но надо отталкиваться от того, что есть. А в популярной форме вот основные идеи системы позитивной политики – Конта изложил в опубликованном в 1852 году сочинение, которое так и назвал «Позитивистский катехизис». Этот катехизис он составил из 13 бесед, и там в этих беседах выступает женщина, которая беседует с позитивистским священником. И этот позитивистский священник объясняет ей вот моральное и социальное значение религии человечества, и вот женщина, да. То есть таким образом Конт пытается донести еще, в общем-то, незаконченную, не до конца выстроенную концепцию до кругов общества. Ну, и по содержанию к этим работам, ну, к той незаконченной четырехтомной и вот к этому позитивистскому катехизису примыкают еще и другие. В 49-м году издаст позитивистский календарь. Я дам ссылку на этот календарь, он гуляет по интернету, можете посмотреть. В этом календаре представлены, значит, имена святых, значит, праздники, которые надо соблюдать, вот именно памятные даты вот этой созданной Контом религии. То есть, видите, я без конца повторяю слово «религия», но подождите, не спешите тут с выводами. Я уже обещал, повторюсь, мы еще разберемся, что понимает Конт под религией. А вот в 1856 году он опубликовал свое последнее сочинение, которое назвал так: «Субъективный синтез или универсальная система понятий, свойственных нормальному состоянию человечества». То есть он убежден, что все, о чем он говорит, должно быть свойственно именно нормальному состоянию человечества. А то, что этому человечеству свойственно сегодня, это состояние ненормальное. Но тут с Контом происходит, что в конце концов происходит с каждым из нас. Конт замышлял труд, большой труд, примерно такой же, как вот тот четырехтомный, о котором я уже сказал. И он должен был, хотел во всяком случае написать несколько томов, но успел только один, да и этот один не довел до конца. И поэтому это его социологическое исследование или субъективный синтез остался вот незаконченным. И как субъекта человека он там не сумел вывести вот таким, каким хотел его показать. Но, тем не менее, даже в той части, которую написал, уже все-таки кое-что можно уловить. И он понимает вот этого человека, который находится в единстве с человечеством, как человека, которому присущи три вида деятельности. И он называет эти три вида. Это интеллектуальная деятельность, моральная деятельность и практическая деятельность. Но вот развить, как вот он все это понимает, как он видит интеллектуальную, моральную или практическую деятельность, я уже сказал, Конт не успел. И поэтому здесь нам остается строить только догадки. В единственный написанный Контом том вошло краткое общефилософское введение и подробное изложение философии, математики, которая была названа Контом позитивной логики. То есть, видите, это он все-таки сделать успел. То есть он
представил нам математику как позитивную логику. Но все, давайте все-таки я остановлюсь, потому что я вижу, что уже надо начать говорить о религии человечества, а если я начну это делать сейчас, то конца этому видео просто не будет. Ну, обещаю, вот место, до которого я добрался, с этого места я начну в следующий раз и начну сразу именно с религии человечества. Будем рисовать таблицы, схемы, и я очень надеюсь, что я донесу до вас идеи Конта, ну а уж примете вы их или нет, и вообще как к ним отнесетесь, это уже ваше дело. Мое дело рассказать. А сейчас попрощаемся и обещаю, как всегда, что постараюсь появиться в самое ближайшее время. До свидания.